Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 87 выполним задание под номером 3. С помощью учебника раскрась флаги. Первый флаг – это флаг Греции. Столицей Греции является город Афины. Главой государства – президент, а государственным языком – греческий. Флаг Греции двухцветный. Это белый и синий цвета. Слева белый крест на синем фоне, а затем чередуются синие и белые полосы. Второй флаг Италии. Столицей Италии является город Рим. Главой государства – президент, а государственным языком – итальянский. Флаг Италии трехцветный. Это вертикальные полосы. Зеленая, белая и красная. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.